Всем здравствуйте, друзья, гости и подписчики моего канала. Меня многие спрашивают, как можно вырастить инжиры в нашем климате. Наш климат для инжиров необычайно суров. Инжиры не будут расти, как яблоня. То есть посадил на землю, и он растет. Но у нас их можно вырастить без проблем. Есть несколько способов, как выращивать инжиры. Ну, первое, это высаживаем его в яму, в траншею, заглубляем примерно на 40-60 сантиметров, яму, стенки делаем, кто с чего может. Можно с шифера, можно с кирпичей, с камней, можно там, я вот с покрышек делал большие покрышки, вырезал, и отлично получилось. Инжиры спокойно зимуют, отлично просто, об этом я вам расскажу в другом видео. А в этом видео я хочу вам показать другой способ выращивание инжиров, которые не требуют никаких ям, но тоже потребуют каких-то затрат именно физических и усилий. Мы его садим в простую емкость. Это может быть бочка, большой горшок или, как у меня, пластиковая бутылка. И результат просто потрясающий. Это вот у меня сорт Брунсвик. И несмотря на то, что холодное лето, он начинает вызревать. Завязи очень много, я боялся, что она просто не вызреет, потому как, ну, было очень холодно. По ночам вообще температура опускалась для плюс 5-7 градусов. Но, тем не менее, результат есть. Конечно, когда инжир растет в родном климате, в почве, урожай там, конечно, гораздо больше, плоды гораздо крупнее и все остальное. Но здесь, согласитесь, в 20 литрах. Емкость там в районе 30, ну а бутылка обрезана, засыпана не полностью. Имеется такой хороший результат. Дерево все полностью облеплено. Вот идут новые завязи. То есть придется его занести в теплицу, и, возможно, вызреют даже все, которые есть. Ну а теперь что, пришло время сорвать. Это уже не первый урожай с него. Уже тут плоды рвались первые, но их там было немного. А участок обильно, все просто обильно облеплено. Плода. Спелый. Отличный. Пахнет инжиром. Вот такой плод. Сейчас посмотрим, что внутри. Превосходный, вызревший. Отлично. У них так самое интересное, вот, не знаю, как там на юге, никогда там не был и не видел, как они растут в своих родных условиях. Здесь вот так вот рвешь плод, и прямо сразу начинают дозревать другие. Вот у меня в теплице растут, там они гораздо крупнее, там их больше. И тоже такая, какая-то у них такая особенность, чего-то, может, не хватает в нашем климате. То есть они не созревают сразу все. Заходишь, 1-2, 1-2, 3-4, 5, сорвал их. И буквально через пару-тройку дней дозрели следующие. Вот такой. Что, друзья, в чем суть моего этого ролика? В принципе, нет ничего такого особенного вырастить. У нас тут инжир. Можно так в емкостях, которые потом на зиму я заношу в теплицу. Можно заносить в погреб, можно заносить в холодный коридор. Можно даже домой, на крайний случай. Но им все равно нужно время покоя. То есть эта температура 5-7 градусов тепла, тогда они будут вот так вот обильно плодоносить, будут все полностью усыпаны инжирами. Просто это такой небольшой ответ на вопрос, как можно еще вырастить инжир. Да вот так вот, в бутылке. Просто взять и в бутылке вырастить. Насколько он быстро таким вырастает? Ну, если вот этот свистный бы я посадил в бутылку, то есть у него было место, куда расти. Хорошо поливать и вносить органические удобрения, они очень их любят, то в следующем году он бы был таким вот, большим деревом. А вот этот инжир, несмотря на то, что маленький, у него уже здесь почечки. Мои инжиры все плодоносят, потому как я их черенкую правильно, беру веточку только с той ветки, которая уже плодоносила. То есть, если где-то тут снизу пойдет побег, я его вряд ли брать буду. А вот, которая уже с плодами, я ее оп, и укореняю. Поэтому пока ни разу не видел инжиры, которые не плодоносили, именно мои. Ну что, всем спасибо за просмотр. Добра, мира и вкусных инжиров.
такой аромат. Вкус медовый. Так, третье.